Здравствуйте, друзья! Вас приветствует корреспондент программы «По секрету всему свету» Зубок. Здорово, что мы опять собрались все вместе узнавать какие-нибудь секреты. Что узнаем сегодня? Давайте для начала почитаем письма, которые пришли к нам на телеканал. Вот, очень красивое письмо к нам пришло из города Миасс, Челябинской области, от Вовы Макарчука. Так, Вова пишет. «Здравствуй, Зубок». «Здравствуй, Вова». «Мне нравится твоя программа. Один раз ты просил нарисовать свои увлечения. Я нарисовал. Я увлекаюсь техникой. А чем ты увлекаешься?» «Ой, Вова, у меня много увлечений. Обо всех сразу не расскажешь. Давай-ка посмотрим, какую технику ты, Вова, нарисовал. Так, мотоцикл. Ух ты, здорово! Так, а здесь автомобиль. А это поезд. Ух, замечательно. Целая история транспорта получилась. Впрочем, ты, Вова, кое-что забыл. Ты забыл нарисовать трамвай. Вот техника так техника. Когда я впервые прокатился на трамвае, который летел по рельсам и звенел на поворотах. Ой, у меня прямо дух захватило. Ребята, а хотите, я и вас с трамваем познакомлю? А заодно мы раскроем какие-нибудь трамвайные секреты. Тогда, ребята, поехали в путь! По секрету всему свету мы, друзья, расскажем всем, что откуда происходит, почему, когда, зачем. На любой вопрос ребятам мы ответ найти спешим, потому что все на свете непременно знать хотим. Ребята, мы находимся в трамвайном депо. Здесь несколько десятков трамваев готовятся к выезду по городу Москва. Сначала их моют, чистят, проверяют, исправно ли работают все механизмы, ремонтируют, если нужно, а потом отправляют на работу. У каждого трамвая есть свой маршрут. Интересно, что трамвайные маршруты не меняются много лет. В наши дни трамвай считается не самым современным видом транспорта, но зато он здорово спасает, когда случаются заторы машин. Их еще называют пробки. Машины стоят, а трамваи спокойно проезжают по своим рельсам. Горожане, несмотря ни на какие заторы, легко могут добраться, ну, хоть на другой конец столицы. Наверное, каждый мальчишка мечтает побывать на месте вагоновожатого и самому сесть за руль трамвая. Сейчас мы попробуем это сделать. О, спасибо большое. Так, проходим. Здравствуйте, Женя. Привет, Зубок. Ой, а где же здесь руль? Я не нахожу никакого руля. В трамваях руля нет. В трамваях есть контроллер водителя, при котором производится движение вагона. Мы можем им давать на ход, либо мы можем тормозить трамваем. А я смотрю, тут какая-то панель управления. Телевизор, кнопочки красненькие, черненькие. А что это за кнопочки? Расскажите, пожалуйста, Женя. Каждая кнопочка выполняет свою функцию. У нас есть кнопочка рельсового тормоза, который может тормозить. О, гудит. Есть звонок. Как в школе на урок. Да, 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 то же самое. Кнопочка поворотов, рычажок. Мигает лампочка. Право, влево. И аварийная кнопочка. Как в машине, как у папы в машине. Сигналы мигают. Да, есть такой. И есть у нас пульт открывания, закрывания дверей. И главным достоинством этого трамвая – экран, на котором производится каждое движение водителя, отражается на экране. Жень, а сколько весит трамвай? Этот трамвай весит 19 тонн. О-о-о, какой тяжелый. Ну, да. Его с места так просто не сдвинешь. Нет. Ой, Жень, спасибо за такой интересный рассказ. В наше время очень многие ученые считают, что автомобили загрязняют воздух. А трамвай считается одним из самых экологических видов транспорта, потому что он работает от электрического тока и не загрязняет воздух вредными выхлопами. Получается, что трамвай не просто удобный вид транспорта, но еще и защитник природы. Интересно,
А кроме трамвая есть еще транспорт, который бережет природу? Спрошу об этом у тетушки Матильды. Алло, тетушка Матильда. Да-да, я на связи, Зубок. Внимательно слушаю все, о чем ты сейчас говоришь. Так уж получается, что чем больше человек развивает науку и технику, тем больше он вторгается в жизнь окружающей его природы. Ну, хорошо, что сейчас стали думать о сохранении чистого воздуха, воды и земли. Стали придумывать новые виды топлива, чтобы выхлопные газы автомобилей были безвредны. На помощь приходит электричество. Трамваи, а также троллейбусы и электромобили могут стать городским транспортом будущего. Инженеры уже разрабатывают более скоростные модели, чтобы людям было удобнее пользоваться таким транспортом. И, конечно, велосипед – тоже экологический транспорт. Чем больше людей пересядут с автомобилей на велосипеды, тем лучше будет воздух в городах. Спасибо, тетушка Матильда. Очень интересно был у вас сегодня рассказ. Да уж, немало секретов я сегодня узнал. А началось все с обыкновенного трамвая. Ну что ж, ребята, пришла пора прощаться. Пишите мне, спрашивайте. Я найду ответ на любой вопрос. До свидания. Я поехал. По секрету всему свету мы, друзья, расскажем всем, что откуда происходит, почему, когда, зачем. На любой вопрос ребятам мы ответ найти спешим, потому что все на свете непременно знать хотим.